добиться желаемого. Идем дальше. Слегка приглушенный свет на арене Платинум в Красноярске предваряет появление чемпионки мира и Европы 2015 года. И, пожалуй, самой опытной участницы женских одиночных соревнований в этом чемпионате страны Елизаветы Туктамышевой. Прожектор выхватил Лизу, и публика уже успела увидеть костюм к новому показательному номеру. Но тут же свет погас, поэтому сейчас для тех, кто не успел увидеть, будет сюрприз. Елизавета Туктамышева. Тоже яркая Лиза, яркий номер. Она всегда для показательных выбирает интересные музыкальные композиции. И сами номера всегда очень поражают своим изобилием интересных вещей. Вот сейчас. Спасибо за поддержку. Ну, супер. Очень круто. С Новым годом. Да, и мы поздравляем с наступающим Елизавету. На самом деле, хочется сказать, что огромное уважение вызывает Лиза тем, как она борется, тем, как она рискует. Вот на этих соревнованиях она первый раз в жизни зашла на соревнованиях в произвольной программе в четверной тулуп. Да, он здесь ей не удался, но... Я уверен, что она теперь будет его вставлять в программу, и когда-нибудь он у нее обязательно получится. Главное сделать первый шаг, и этот первый шаг Елизавета Туктамышева сделала именно в Красноярске. Ну а что касается зажечь публику ярким показательным, с этим у Лизы никогда не было проблем. Тут еще помогли, конечно, и правые парни, петербуржцы Александр Коровин и...